Лучшая бывшая Майли Сайрус. Что же она делала у косметолога и пластического хирурга? Я доктор Гуру, я сейчас расскажу, а ты пока подпишись, если еще не сделал этого. Сначала мне показалось, что Майли ничего с собой не делала, у нее ничего не изменилось. Но потом я заметила, что ее десневая улыбка то есть, то нет. И поняла, что присутствуют инъекции ботулотоксина, их колят вот сюда, для того, чтобы убрать десневую улыбку. Еще я очень пристально разглядывала ее глаза. Не давали они мне покоя, и в результате я пришла к выводу, что была проведена блефаропластика. Посмотрите, какой тяжелый взгляд был до и какое скелетизированное веко сейчас. На мой взгляд, это не самая удачная коррекция, потому что когда мы получаем такую скелетизированную глазницу, с возрастом эти пациенты выглядят старше. Это придает возраста, и современные методы наоборот даже добавляют сюда чуть-чуть жирочка, чтобы сделать взгляд более молодым.